Подождите. Народная английская песня «На заре ты ее не губи». Рижскому рынку бездонной лоханки столицы посвящается. Входит коровник, страстный любовник, взгляд его полон грез. Тетке одарке знатной доярке он сапоги принес. Тетка одарка рада подарку, сердце стучит в груди. Ну-ка признайся, страстный Петрович, сколько ж ты заплатил? Для сапог не названа цена, лишь только жизнь одна, жизнь одна, жизнь одна. Как-то мы вместе, помнишь, Анесси, вычитали в труде. Так вот на медне пойман он бреднем был в городском пруде. Что тебя, мило, так смутило и удивило, что после того, как грохнул реактор, будет еще не то. Скоро Анесси тучные стада заполнят города и поля, и тогда будет обувью полным-полна вся наша страна, вся страна, вся страна. Спасибо. Тоже то же самое аномальное явление и аномальная песня следующего экипажа. Напомню, на Рижском рынке захвачена партия кооперативной обуви, изготовленной из кожи лохнесского чудовища. Пожалуйста. Старинная шотландская баллада о любви «Валенки-валенки» исполняется на волынке. Шотландском полесье ни рыба, ни мясо лохнеся. Внебрачная дочь динозавра не знала, что ждет ее завтра. Лохнеся, лохнеся, лохнеся. Как птицы кричат, как рыбы кричат. Куда ты пропала, лохнеся? Лох-рыбка, лох-лодка, лох-клейся. Купил я на рынке, на рынке ни рыбу, ни мясо, ботинки, ботинки. Примерил на ножку невесте, невесте. И преобразилась Олеся. Лохнеся, Олеся, лохнеся! Чешуйки блестят, и жарко сопят. Обнял я Олесю и взвесил, потом обмерял целый месяц. Сошью из любимой Олеси лох кепку, лох плащ, лох несессер. Так, 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 так. Пойдемте дальше. Второе аномальное явление. Оглашаю.
Из Саратовской области сообщили о поимке на полях одного из колхозов снежного человека. По-иностранному он Йети называется. Итак, что теперь запоет команда ДПИ? Прошу. Народная техасская песня «Саратовские страдания» посвящается страданиям Саратовской, Орловской, Тульской и еще 150 областей нашей страны. Шумите. А разве мы шумели? Просто выборы шли две недели. Предлагали того и сего, но избрать не могли никого. Вдруг в газете одной прочитали: под Саратовом Йети поймали. Беспартийный, не курит, не пьет. И мы поняли, нам подойдет. Еще как! Небритый, голодный депутат будет жутко народный, и народный опять же язык. Мы спросили, потянешь, мужик, а он нам оказался в Верховном Совете. Кстати, там есть и эти, и эти. И добился высоких чинов. Он фамилию носит. Слыхали? Бу-б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 у-
Так, теперь настала очередь затянуть свою песню о снежном человеке экипажу Днепропетровского государственного университета. Пожалуйста. Колхозное поминальное, и один в поле воет. Светлой памяти светлого пути посвящается. Исполняет последний из мужиков. Сегодня до зари встану, сам себе налью и сам тресну. У соседа оторву ставню, а все равно я тут один местный. А степная трава пахнет химией. Я вчера начал быть на луну. А сегодня не вспомню, как звался по имени. То ли Иван, то ли Фёкла, а может, Муму. Забываю, кто такой Моцарт, или делаются как дети. Тут я это, удавил лося, ой, какие у него эти. Я от этой, как ее, горблюсь, от этих, как их, нет жизни. И растет на мне, растет волос, и гудят во мне, гудят, как мысли. Мы, гу-гу-гу. Птица каркнула, гу-гу-гу. Ё-моё, благодать. Мне не важно, что сделал Шаталин с Абалкиным. Мне важнее придумать, как можно огонь добывать.
Так, и наконец, третье аномальное явление, имеющее самое непосредственное отношение к музыке. Называется это «Полтергейст в Большом театре». По свидетельству ряда очевидцев, по вечерам из Большого театра доносятся оперные арии. Там явно кто-то поет. Но кто поет, ученым до сих пор неизвестно, так как попасть в Большой театр наши ученые не могут. «Полтергейст в Большом театре». Экипаж ДПИ. Народный белогвардейский романс. Нам не дано предугадать, что с нами будет в 90-м. Всем вовремя предугадавшим посвящается. Когда не придешь, в кассе надпись нет мест. Большой захватили, видать, комиссары. Где есть комиссар, там сплошной полтергейст. Большой захватили, видать, комиссары. Где есть комиссар, там сплошной полтергейст. В это время в зале ели, пили и бляскали, и полкарты под ними кануло. Разбросы, что они за прошлый год собрали, гулял расформированный обком. Разбросы, что они за прошлый год собрали, гулял расформированный обком. Так, ну, и сейчас экипаж ДГУ, и я напомню аномальное явление. Я так сыплю сегодня иностранными словами: йети, полтергейст. Ну, надо объяснять, наверное, полтергейст в Большом театре. Ну, что такое Большой театр, мы как-то слыхали, да, с вами? А стало быть, полтергейст — это по-нашему, по-простому, домовой. Вот на эту тему аномальная песня ДГУ. «Вечерний шмон» исполняет квартет оперных уполномоченных «С миру по шнитке». Мы шли под палкой дирижера, цветы нам швыряли в лицо. Никто не стучал на танцоров, никто не стучал на певцов. Но вдруг завялся барабашка противный такой полтергейст.
с веселым папой-барабаном, который стучал на оркестр. Но вдруг завелся барабашка, и тут же пропал балетмейстер. Стучал он ночью напряженно, а днем делал вид, будто пел. Но пули Ленского сраженный на всех настучать не успел. Но пули Ленского сраженный на шпагой Гамлета пронзенный, потом Сальери отравленный, затем Отелло отдушенный и танцем саблями рубленый на всех настучать не успел. Потеря оказалась тяжкой, моею гордится народ. Погиб наш юный барабашка, но дело его не умрет. Пропала палка с дирижером, цветы не швыряют в лицо. Певицы стучат на танцоров, танцоры стучат на певцов. Вахтеры стучат на монтеров, стажеры на всех режиссеров, актеры на всех билетеров. А дом... А дом настучала на соль.